Сегодня состоялась закрытая встреча руководителей и членов организации Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, на которой были избраны новый председатель и заместитель председателя новостной группы ABU. Тут также присутствуют ведущие специалисты в области новостных медиа со всего мира, включая такие крупнейшие объединения, как Европейский вещательный союз, Африканский вещательный союз и Радиовещательный союз арабских государств. Результаты работы за первый год демонстрируют важность международного сотрудничества и обмена информацией в современном мире. Я также хотел бы отметить высокий уровень сотрудничества между туркменскими и турецкими СМИ в рамках ABU. Это сотрудничество направлено на обмен новостями и программами, а также на совместное производство контента. С большой теплотой я вспоминаю нашу беседу в марте этого года с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Курбангулы Бердмухамедовым. Эта встреча стала для меня знаменательным событием, после которого моя карьера начала расти вверх. Вот сегодня мне выпала честь стать председателем новостной группы ABU. Без сомнения, мы будем способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между СМИ наших стран. Мы очень рады продолжить сотрудничество с нашими коллегами из Туркменистана. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наши новости еще более интересными и актуальными для аудитории ABU. Мы также будем работать над тем, чтобы повысить осведомленность о достижениях Туркменистана на международной арене.